Сегодня я был на съемках «Карах», и выяснилось, что средняя ставка узбекского актера составляет в среднем 160 тысяч сом. Участвовал автомобиль «Малибу». Он подъехал где-то на 20 минут и получил 400 тысяч сом. И аренда ишака стоит 180 тысяч сом. Хозяин ишака просил 200 тысяч и еле-еле уступил за 180 тысяч сом. Вот такие интересные факты из жизни узбекских актеров.